Добрый день, дорогие друзья! Как всегда, в 13.05 вас приветствует ваше любимое шоу «Универсальный формат». Меня зовут Юлия Север. Ну и говорю вам, что работаем мы в прямом эфире. Привычный телефон для вас 202-11-22. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну и, конечно же, ждите розыгрыш призов. Сегодня поговорим вот на какую тему. Начни работать на себя. Так назвали мы тему нашего сегодняшнего эфира. Я думаю, каждый, наверное, ну если не каждый, то каждый второй задумывался когда-то открыть свое дело, начать свой бизнес, но вот задумался и дальше не знает, что делать. С чего же начать? Кому обратиться за советом? Кому обратиться за помощью? Ну и, собственно говоря, откуда взять первоначальный капитал? Я думаю, на эти вопросы сегодня попытаемся ответить в нашей студии. Конечно же, задавайте свои вопросы. Быть может, какие-то вопросы я не задам нашим гостям. Но, по крайней мере, думаю, наша беседа будет для вас очень интересна и познавательна. Представляю вам нашего первого гостя. Это основатель учебного центра бизнеса и предпринимательства Five Star Systems. Здравствуйте, Анатолий. Анатолий Чекмарев. Здравствуйте, да, Анатолий. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, во-первых, о себе. Вот, собственно говоря, не каждый решится, мало того, что открыть свое дело, решится открыть учебный центр, где помогает открыть свое дело, помогает. Да, и знаете, вот как раз с этим стоял вопрос. Те люди, которые хотят начать что-то или задумываются, как правило, они сами начинают искать какие-то способы для этого. И смотрят в интернете, читают книги, смотрят, какие тренинги проходят, точнее, предлагаются, проходят эти тренинги онлайн там, или офлайн. И вот этот вопрос нас тоже задавал, меня и мою команду на тот момент. И мы решили вот организовать именно первоначальный этап для таких людей, которые хотят что-то поменять в своей жизни. И вот как раз потом уже пошло развитие нашего учебного центра. А вообще, что представляет учебный центр? Это какой-то именно тренинги, либо какие-то семинарные программы? Вот расскажите, какой принцип вообще работы? Да, принцип работы учебного центра, во-первых, у человека должно быть желание какое-то, что-то поменять в своей жизни, потому что, когда человек принимает решение, он, конечно, уже начинает искать информацию, ту, которую ему надо. Но это я уже как бы сказал. Так вот, наш учебный центр, первое бесплатное, скажем так, посещение, оно как раз и предполагает, что какие цели вы ставите для того, для чего вам нужно там открыть свой бизнес, там, поменять что-то в своей жизни, да. И человек, когда к нам приходит, где-то услышал, где-то посмотрел, что мы есть, вот такой учебный центр, он приходит, и с ним тренера проводят уже в групповом масштабе, проводят как раз вот такой первый тренинг, целеполагание, там, либо планирование какое-то. Вообще, нужно вот ли тебе первый... это, да, нужно ли тебе понять? Это, что ты от этого хочешь? Мало того, что хочешь, когда ты этого хочешь? То есть мы очень много тренингов уже провели и понимаем, что, да, люди хотят, но что-то для этого делать они не хотят. И мы как раз наше обучение направлено, что тебе надо сделать для того, чтобы у тебя вот это вот получилось. И именно в этом направлении наши тренинги работают. Да, у нас есть и форма семинаров, но мы считаем пока так. Пока человек не готов вот здесь вот мозгами, семинары — это такое более масштабное мероприятие. Поэтому мы готовим сначала в классе, а потом уже будем организовывать семинары. Ну да, действительно, наверное, сначала надо, по крайней мере, натолкнуть до человека, что только лишь это мечты, либо готов ты действовать, готов дальше развиваться, либо так вот и хочется жить с мечтой где-то там, когда-нибудь. Да, эфемерная какая-то, некоторые думают, что действительно в какой-то момент прилетит волшебник в голубом вертолете и что-то за них сделает. Нет, на самом деле это не так, и сегодняшняя жизнь показывает, что пока ты сам не возьмешься, тебе никто ничего не даст. Дорогие телезрители, обращайтесь к нам, 202-11-22, расскажите, пожалуйста, о своих мечтах. Быть может, вы когда-нибудь хотели открыть свой, не знаю, салон красоты, к примеру, либо свою какую-нибудь кулинарию. Что это за дело, которое у вас живет в мечтах? Наверняка каждый как-то задумывался. Нам интересно. Поделитесь, пожалуйста, своими мечтами. А как их воплотить в реальность, я думаю, как раз вас научат. Мало того, что научат, подарят даже сертификат, чтобы могли посетить занятия. Расскажите, пожалуйста, Анатолий, что сегодня такого интересного заготовили для телезрителей? Да, мы сегодня приготовили сертификаты. Это помимо бесплатного занятия, на которое вы можете просто прийти. У нас они проходят по понедельникам. Но мы заготовили еще сертификаты на посещение 5 занятий, где вы сможете... У нас есть расписание этого учебного центра, которое есть в нашей официальной группе ВКонтакте, и сможете посмотреть, какой же вам тренинг ближе всего. То есть это может быть и целеполагание, это может быть и финансовая грамотность, это может быть и тайм-менеджмент, это может быть и командообразование.
То есть тренинги мы старались подбирать разносторонне, чтобы человек, который к нам пришел, он выбирал. Мы сейчас говорим о форме тренинга. Да, они проходят не углубленно, это я честно сейчас признаю, для того, чтобы человек вообще понимал, в каком направлении ему дальше развиваться. Да. Потому что мы даем какую-то базу, мы даем какую-то школу, и потом, если люди хотят именно в этом направлении, мы можем делать это все углубленно и там в 2-3 дня этот тренинг проходить по одной и той же теме. Вот. Но расписание составлено таким образом, чтобы вы хотя бы базовые знания получали и понимали, в каком направлении вам развиваться дальше. Угу. То есть мы разыгрываем сертификат, да, на прохождение обучения. Вот я зачитаю в учебном центре 5 занятий. Ну и, собственно говоря, вы заготовили вопрос. Да, конечно. Давайте. Вопрос... Надеюсь, он не особо сложный. Мы всегда легкие вопросы. На самом деле вопрос не сложный. Мне он будет по финансам, даже не то, что по финансам, а человек, который, скажем так, является профессионалом, профессионалом в деле финансирования, финансовый планировщик, я бы сказал, инвестор. Скажите, пожалуйста, кто написал книгу «Money» или «Азбука денег»? Замечательная такая, вроде как бы детская книжечка, но я ее читал вообще с удовольствием, потому что то образование, которое на сегодняшний день у нас преподается в государственных вузах и вообще в вузах, к сожалению, не всегда оно отражает то, что есть на самом деле. Вот. И поэтому люди приходится где-то что-то как-то учить. Итак, 202-11-22, отвечайте на вопрос, кто написал книгу «Money» или «Азбука денег», получает сертификат на прохождение обучения в учебном центре Five Star на 5 бесплатных, ну, занятия, да, все-таки мы, да, им дали. На 5 бесплатных тренингов. 202-11-22. Звоните. Так, хорошо. Как давно вообще появилась идея открыть, ну, не школу, да, учебный центр? Ну да. И, собственно говоря, как давно существует в Самаре? Учебный центр существует в Самаре 7 месяц. То есть это срок достаточно небольшой, но уже есть хорошие положительные результаты. То есть те ребята, которые начинали проходить курс, да, и для них это... скажем так, помогло в их личных делах, и они как минимум нашли свои цели, и они уже в этом плане работают. Далее, идея родилась достаточно давно, это года 3, наверное, 4 назад, раздумывали, как, да, вынашивали, продумывал, как это, что сделать, с кем-то советовался, потому что даже, чтобы открыть учебный центр, то есть вообще какое-то заняться своим делом, нужно тоже какие-то знания. Соответственно, пока я это все не накопил, естественно, это вот и не открывал. Да, вот на данный момент мы и готовы. Уже готовы? Да. Ну, я так понимаю, что действительно, если 7 месяцев, это срок маленький, я имею в виду, для того или иного заведения, для того или иного, для той или иной организации, но за 7 месяцев уже вы смогли как-то посмотреть. Да, конечно. Есть у нас люди, которые уже прошли наш курс обучения, и, как правило, все равно приходят учиться для того, чтобы применить свои знания, да, и вот для того, чтобы потом получился результат от этого. И те люди, которые обучались в нашем учебном центре, да, они сейчас вышли на доходы от 100 тысяч рублей, пройдя наш 6-месячный курс, и счастливы и довольны. То есть результаты есть, я так понимаю, что все равно так или иначе с клиентами, с вашими учениками, коли что учебный центр, связываетесь, общаетесь. Конечно, причем мы стараемся даже плотно работать. Почему? Потому что наш учебный центр, он работает в трех направлениях. Это... бизнес-образование, он же все-таки начинается, называется учебный центр бизнеса и предпринимательства. То есть это бизнес-образование, где есть определенные категории тренингов. Есть у нас такое направление, это создание собственного бизнеса, то есть мы помогаем от идеи до реализации, то есть мы со своей стороны тоже это ведем, этот бизнес, как юридический, так и бухгалтерский. То есть мы тоже все это помогаем на этом этапе. И есть еще одно направление нашего учебного центра. Это создание пассивного дохода или инвестиционное направление. То есть если кому-то интересно это направление, они тоже приходят и, конечно же,
мы их доводим до результата. До результата, да, да. Который, понимаю, измеряется в нулях после, да, конечно. После запятой. Да. Хорошо, что ж, я предлагаю вам посмотреть небольшой сюжет, как добиться повышения на работе. Действительно, многие, наверное, как-то все-таки под крылом, как мы говорим, дяди, да, работают, да, на дядю, да, чувствуют, да, себя комфортнее, быть может, ну хотя бы как добиться повышения. Если начать свой бизнес, давайте послушаем советы от жителей нашего города, а после встречаем в студии новых гостей. Повышение на работе. Нужно просто стараться. И этого хватит? Я считаю, этого вполне хватит. Ну, не знаю. Хорошо себя проявить перед начальником. Больше работать. Ну, наверное, так. Ну, мне уже повышение. Ну, хорошо работать. Вы знаете, я, ну, очень много лет работаю в бизнесе и имею, ну, не самое плохое бизнес-образование. И, знаете, здесь не может быть одного совета. Это абсолютно индивидуальные случаи. Что за работа, какое повышение, чего ли человек конкретно хочет, что он из себя представляет, на что он может рассчитывать. Здесь не может быть универсальных советов. Но вообще надо просто ставить эту цель, если человек этого хочет, и достигать. Повышение на работе, ну, наверное, нужно быть специалистом в первую очередь. То есть иметь соответствующее образование, ну и, наверное, желание. Дружить с начальством необходимо? Ну, дружить с начальством, как бы, я не знаю. Мне кажется, если быть человеком именно честным и правдивым, то тут как дружить? Просто быть самим собой. Стараться, работать усиленно каждый день, наверное. Ну и дружить с начальством. 202-11-22, мы разыгрываем сертификат на прохождение обучения в учебном центре бизнеса и предпринимательства. Необходимо ответить на следующий вопрос. Кто автор книги «Мани» или «Азбука денег»? 202-11-22. Давайте, спешите, пожалуйста, потому что, ну, скоро подгоняет уже нас наш следующий вопрос, поэтому будем вас еще и еще радовать интересными подарками. Что ж, ну а пока я представляю наших новых гостей. Это Илья Голубев, управляющий и тренер учебного центра. Здравствуйте. Здравствуйте. И Александр Анкудинов, извините, пожалуйста, да, тренер учебного центра. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребят, хочу к вам обратиться, собственно говоря, ну, о вашей работе. Тренера учебного центра, бизнес-тренер. Угу. Специфика работы. Как вообще дошли до такого-то, скажите, пожалуйста? Ну, да, бизнес-тренерство доходилось достаточно долго и интересно. Проходя очередной тренинг, подошел один из тренеров и сказал, хотел бы я попробовать себя в тренерской работе. Тогда я уже учился в педагогическом университете, как раз на педагога-психолога. Начал с ним работать, самому понравилось вести тренинги, создавать какие-то тренинги, перерабатывать под какую-то группу тренинги. Ну и начал заниматься тренерской работой. Закончил университет и также дальше продолжал работать тренером. Потом уходил в собственный бизнес, вот опять вернулся в тренерскую работу. Угу. Вот так вот закрутилась судьба, но, я так понимаю, своей работой рад, потому что это, наверное... Да, мне это интересно, это мое призвание. Слушайте, это замечательно, это прекрасно, когда работа становится каким-то таким увлечением, хобби. Которое перерастает, да, в увлечение, и этим действительно интересно заниматься. Потому что те люди, которые к нам приходят, они приходят разных профессий, разных сословий, да, потому что на сегодняшний день, к сожалению, это тоже присутствует, но и у всех мысли разные. И для того, чтобы мы не говорим, что мы на данный момент там наше мнение вот только такое и никакое. Нет, вот в том-то и дело, что мы работаем в большой команде, и у нас все это в коллективном таком, коллективный разум, который позволяет найти те решения, которые нужны тому или иному человеку. Александр, есть ли вообще сложности, особенности профессии? Ну, конечно же, есть, ведь тренер — это не просто как какой-то, да, личностный профессор, ведь он позволяет не только личностно развиваться, да, но и вот в нашей сфере, в бизнесе, в предпринимательстве, да, поставить какое-то начало. Каждый человек, у него есть разные запросы, он приходит к нам и говорит, да, я правда хочу открыть салон красоты, а некоторые подойдет и скажут, а я хочу кулинарию. И нужно же как-то все это в одном тренинге уместить, ведь ты не просто наставляешь одного и другого куда-то идти в одном формате. У тебя человек одного и другого формата. И ты должен в одном тренинге объединить как-то это общее понятие, чтобы человек, задача тренера,
не просто как-то наставить, да, не просто толкнуть, не дать какого-то пинка, да, естественно, визуально, да, а дать какое-то направление, чтобы человек сам понял, как идти, куда стремиться, к чему, на что обращать внимание, какие есть подводные камни и так далее. Не медвежью услугу, да, действительно, как мы говорим, а все-таки рассказать. Я так, могу сказать. У нас есть звонок, давайте мы примем звонок от нашего телезрителя. Как вас зовут? Андрей. Андрей, очень приятно. Андрей, ну, хочу у вас спросить, вы мечтаете ли стать бизнесменом, или, быть может, уже есть, да, такая мечта? Да. Что-то уже есть в планах? Какое заведение, какую организацию хотите открыть? Пока нету. Пока нет. Ну, я надеюсь, что как раз вот с целью определитесь на занятиях, для этого необходимо ответить на наш вопрос. Кто автор книги «Мани» или «Азбука денег»? Шефер, Бодо. Есть такое? Да, зовут Бодо, фамилия Шефер, да, это немецкий инвестор. Поздравляем, Андрея. Да, поздравляем. Андрея. Поздравляем. Молодец. Андрея, первый сертификат уходит именно вам, аплодисменты в вашу честь. Ну и, конечно же, дорогие телезрители, совсем скоро разыграем еще один сертификат, так что не расстраивайтесь, если не успели дозвониться к нам первыми. Наши гости заготовят для вас еще не менее интересные, ну и, быть может, сложные в чем-то вопросы, но, по крайней мере, стоит побороться за такие подарки. Да, так. Вот правильно сказали, Юль, именно стоит, потому что если человек пробует, у него есть всегда два варианта. Либо получится, либо не получится. Uh-huh. А человек, который не пробует, у него только один вариант. Не Слушайте. Получится. Понимаете, у нас вся наша вселенная, в принципе, она двоичная. То есть либо получится, либо не получится. Uh-huh. Но другого не дано. Но это если вы делаете. Вот Саша сказал уже, что мы действительно подбираем тренинги, и, может быть, вам сейчас это понравится, мы создаем такой универсальный формат для человека, который собирается заняться бизнесом. Неважно, каким будет, либо это кулинария, либо это салон mm-hmm. красоты, есть база определенная, следуя которой человек может вывести на хороший уровень свое предпринимательство. Mm-hmm. Я предлагаю для начала, ну, прежде чем буду мучить вас дальше своими вопросами, помучите, пожалуйста, наших телезрителей. Давайте какой-нибудь вопрос, не знаю кто, Илья, давайте Александр. Давайте я задам Илья. Вопрос. Так как преподаю финансовую грамотность, основу финансовой грамотности, есть вопрос про деньги. Где и когда были напечатаны первые деньги? Ух ты, очень интересно, да. Я не знаю даже, есть ли в просторах интернета так быстро ответ на этот вопрос. На самом деле сейчас в просторах интернета есть абсолютно все, и задача как раз вот эту всю шелуху убрать и выявить то ядро, которое, скажем так, и нужно. Угу. Вот, поэтому и вопрос, ответ на вопрос Ильи, он тоже там присутствует, потому что деньги действительно бумажные, они появились. Бумажные, то есть напечатанные, не отчеканенные. Да, да. Бумажные деньги, угу. Да, мы не про металлические. Да. Говорим. Именно вот когда появились первые бумажные деньги. Угу. Когда были напечатаны, где и когда были напечатаны, да, дорогие первые бумажные да. деньги? 202-11-22, где и когда были напечатаны, когда появились первые бумажные деньги, звоните, отвечайте на вопрос, сертификат на 5 занятий достанется тому, кто первый ответит правильно на наш вопрос. Ну, а Илья рассудит, правильно или неправильно это было. Так, хорошо, давайте с вами поподробнее остановимся на направлениях. Какие направления предлагают, потому что так вот уже было сказано, что это и целеполагание, и финансовое, грамотность, все-таки про направления и про их особенности. Ну, мы вот с Ильей разделили все направления пополам, грубо говоря, да, Илья больше вот спектр берет какой-то финансовой грамотности, а я, так как моя профессия еще созвучна со словом ведущий, я тренер и ведущий, и мне вот больше ближе преподавать такие направления, как пиар личности, как команда образования, ну, например, как тайм-менеджмент, ведь у многих есть проблемы со временем, да. Нет, проблемы со временем нет. Есть проблемы с распределением, да. Но времени, это обзывает, да. Люди так приходят и говорят, что вот у меня проблемы со временем, вот мне бы 55 часов в сутки. Сутки, да. Почему бы нет, да? И мы можем это реально сделать, то есть мы не увеличим физически, да, слушайте, эти деньги. Мне нужно к вам, 100%, потому приходите, что я тоже думаю, приходите. Что час лишний бы мне не помешал в сутки. У нас вообще вопрос, вы сами, Юля, действительно давно проходили какие-то тренинги вот для себя, именно для личностного развития? Вы представляете, сейчас с опущенной головой скажу, что очень давно было, наверное, студенчестве, наверное, еще только аж. То есть, а потом, просто вы не одна такая, почему, мы объясняем, потому что когда человек начинает работать, и хорошо, если руководство заботится, и специально нанимает тренеров для того, чтобы они проводили именно корпоративные тренинги. Но эти корпоративные тренинги, они узконаправлены, то есть согласно той
задачи, которые поставило руководство компании. У нас мы не работаем с корпоративным клиентом и не собираемся. Нам это, скажем так, не нужно. Мы как раз работаем на широкие массы, потому что очень сложно, опять же, выявить то, что им нужно. И когда человек смотрит наше расписание, о, можно сходить, да, тем более есть один урок бесплатный, пожалуйста, приходите, послушайте, если интересно дальше, вы можете уже продолжать у нас учиться. Вот, опять же, что вы получите на выходе, пройдя наш курс шестимесячный. Опять же, мы говорим, мало того, что мы обучаем, мы еще и создаем такие условия, чтобы человек автоматически это применил. Угу. Вот. И, соответственно, он уже получает и теорию, и практику одновременно. Как раз вот насчет применил, все тренинги проводятся в игровой форме. То есть в форме... Ну, не все, но какая-то часть, да. Ну, финансовую грамотность мы никак не дадим в игровой форме. Там практически лекции идут. А все тренинги, как вот Александр сказал, как вот у меня, допустим, тренинги на целеполагание. То есть даже цели мы учимся ставить перед собой играючи. То есть при помощи игр, при помощи каких-то тренерских фишек, скажем так, люди учатся ставить цели и отделять даже, можно сказать, желание от цели. То есть есть желание, а есть цель. Цель, она конкретная. И к ней... Я бы сказал так, нет, есть фантазия, мечту можно изменить. Мечта, есть фантазия, а есть мечта-цель. Потому что если ты ставишь точную дату, мечта превращается в цель. А цель в реальность. Да, цель уже в реальность, да, потому что есть уже конкретные какие-то сроки. А фантазия, ну, можете фантазировать все, что угодно. Это не значит, что... это шикарно вообще. Да. Именно вот эти вот, вроде простые вещи мы говорим, вроде и люди о них знают, но не все это применяют, опять же. И когда человек приходит к нам в центр и говорит, вот, у меня там не получается, я хочу. Ну, одного хотения мало. Должен быть четкий ряд действий, которые ты должен выполнить для того, чтобы это все было. Угу. Вот, поэтому мы как раз и направлены на это. Опять же, вот эту базу, вот эту школу мы стараемся давать. В конце концов, мне очень нравится то, что действительно есть какие-то игровые моменты, потому что в каждом человеке живет маленький ребенок, это 100%, доказано это уже и психологами. Да. И поэтому вот где-то хочется, наверное, растормошить такое внутреннее, личное, творческое начало, да, быть может? А вы знаете, в чем... я бы не сказала, что это проблема. Люди, когда приходят, и вот есть незнакомый, да, попадает в незнакомую ситуацию, он всегда вот такой сжатый. Немножко зажатый и не понимает, что и делать. А игры, они как раз и позволяют, что вы расслабьтесь, потому что если вы будете напряжены, толку от этого вообще никакого. Я более того хочу сказать, что я проходил тоже очень много тренингов, много обучался, но даже когда проводят ребята, я всегда присутствую, я всегда принимаю участие, потому что где-то что-то я все равно для себя нового возьму. Я проходил какие-то на подсознательном уровне, да, и какие-то темы уже действительно не раз проходил, не только у них, а у других тренеров. Мы даже сами между собой очень часто приходим. Да, приходим для того, чтобы получить что-то. О, фраза хорошая. О, вот это точно подействует. О, вот это правильно. То есть какие-то моменты мы сами стараемся присутствовать. Тренер не дается всегда там, по стандарту, по написанному. Да. А все равно тренер взаимодействует с группой. Группы бывают разные. То есть какая-то группа, допустим, старшая возрастная группа. Здесь там какая-то игра другая получится. Играется в одну игру. Если молодежная команда, молодежная группа, то в другие игры играется. И, соответственно, другая реакция у людей. И, соответственно, тренинг весь проходит очень гибко и лояльно проходит. Так, дорогие телезрители, у нас сегодня устный вопрос, поэтому, к сожалению, не отображаем их на своих экранах, но я думаю, на слух воспринимайте, если вот сейчас прям включили телевизор. Буду рассказывать вам, что разыгрываемый сертификат на прохождение обучения в учебном центре бизнеса и предпринимательства, 5 тренингов, 5 занятий. Надо ответить на вопрос, где и когда были напечатаны первые деньги. Ну, бумажные деньги. 202-11-22, сертификат ваш, если прямо вот сейчас дозвонитесь по этому номеру телефона. Так, ну а у нас есть несколько фотографий, которые так или иначе как-то отображают, не знаю, ход занятий, тренинги наши, и так далее, мероприятия. Да. Поэтому вот сейчас попросим режиссеров, чтобы они нам показали. Собственно говоря, так выглядит ваш логотип, да? Так понимаю, угу. Да? А вот 5 звезд. Есть маленькие звезды, большая, к чему стремимся, к какой цели стремимся. Ну, это такая небольшая ассоциация к тому, что все должно быть на высоком уровне. Поэтому логотип подбирался именно под это. Ну, это вот идет презентация нашего учебного центра.
Действительно, когда мы разговариваем, у людей есть интерес, потому что, опять же, некоторые стесняются. Почему очень многие уходят в интернет? Потому что есть моменты, которые обсуждаются, ну, нельзя обсудить в интернете, там, вопросы дополнительные задать тренеру, либо mm-hmm. еще что-то. Ну, кому-то это нравится, кому-то не нравится, некоторые боятся, опять же, да. Когда они приходят к нам, когда они слушают, что мы можем им дать, и они говорят, о, что, а можно так? Мы говорим, ну, а почему нет, а кто, скажем так, запретил? Вот, поэтому, конечно, это вот команда тех людей, с которыми мы все это организовываем, начинаем. Я так смотрю, то, что действительно как-то мне показалось, по крайней мере, по фотографиям, что больше женщин. Неужели сейчас бизнес среди приятной, прекрасной половины человечества больше пользуется спросом? Либо нет, либо моя ошибка. Нет, я бы сказал, женщины просто стали более решительными. Более решительными. То есть меньше сидеть на кухне, меньше сидеть дома и больше стремиться саморазвиваться. Ездить за рулем. Ездить за рулем, да, опять же. У нас, у мужчин, мы логичны. То есть мы не понимаем, некоторые, пока мы их не понимаем, мы не будем это делать. А девушки, женщины, они более эмоциональные, они более подвержены этим эмоциям. И те моменты, которые как раз это, там, проходят на наших тренингах, им это более эмоционально. Мужчины все-таки, они больше любят по цифрам, там, mm-hmm. ну, более логично, скажем так. Не хочу сказать, что они меньше хотят там свой бизнес, либо еще что-то. Нет, просто до них это должно с другой стороны подойти. Вот это решение. То есть либо их уже довести ситуация должна, когда они уже вынуждены идут и что-то делают. Вот. А женщины все-таки в этом плане проще. Они вот эмоционально «хочу, вот как раз хочу», вот их и пригодится. 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 Да, да. Пригодится для вас сертификат, уважаемые телезрители. Поэтому еще раз напоминаем вам вопрос. Где? Где и когда были напечатаны первые бумажные деньги? 202-11-22, звоните, дозвонитесь по этому номеру телефона, и сертификат на 5 занятий достанутся именно вам, дорогие наши телезрители. Так, я предлагаю с вами небольшую паузу взять в нашем разговоре. После возвращаемся в эту студию. Ну а пока давайте посмотрим такой, ну, приятный, мне кажется, опрос. Ждут ли люди наступления зимы? Уже, в принципе, зима уже, за окном, да. Но вот для кого-то она наступает именно с перевернутым календарем на декабрь месяц, для кого-то с первым снегом. Давайте посмотрим. Конечно, жду, чтобы быстрее закончилось, снова наступило лето. Только лишь поэтому? Да, и новогодние праздники, выходные, все, больше ничего. Не люблю холодно, не люблю вообще, когда холодно, поэтому решила продлить себе лето и уезжаю на месяц зимой именно в лето. Я катаюсь на сноуборде, очень люблю зиму, также езжу на снегоходе кататься. Очень люблю зимнюю пару. Ну, тем более там с братом маленьким на санках, ходим кататься, ледянка. А для вас зима наступает 1 декабря или с выпадом снега? С выпадом снега, ну, с заморозками первыми. Вот уже зима. Новогодние праздники, вся эта новогодняя суета. С другой стороны, нет, не хочется, чтобы время шло быстро. Естественно. По какой причине? Ну, Новый год, елка, торты, салаты, вкусности. Жду, потому что это... Ну, как бы, должно все вокруг меняться, снег, лето, чтобы... А то, если будет постоянно лето, нам надоест, мы будем хоть еще где-то искать, ну, где лучше. А так оно постоянно меняется, мы не успеваем привыкнуть. Нам хорошо и зимой, потом чуть-чуть надоедает зима, настает лето. Нам нравится лето, то есть мы радуемся каждому вообще вот этому смене года, когда есть вот такая смена года. А для вас зима – это только Новый год или нежели что-то большее? Не-не-не, не только Новый год. Новый год вообще не ждет. Хочу новогоднюю сказку уже, наконец. Хочу наряжать елку и... С радостью ждать Новый год, потому что обычно в Новом году всегда происходит что-то хорошее. Всегда жду чуда. А для вас зима – это 1 декабря или первый снег? Первый снег, потому что это какое-то впечатление такое новое, как с каждым годом. А декабрь? Мне кажется, первый снег, он приносит какую-то радость, легкость. Ты понимаешь, еще чуть-чуть и все будет по-другому, может быть, с Нового года я там начну делать какие-то другие дела, чем-то другим заниматься. 202-11-22, тема нашего сегодняшнего эфира «Начни работать на себя». Именно так мы назвали. Есть у нас звонок от телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Виктория. Виктория, очень приятно. Расскажите, пожалуйста, вы, может быть, бизнес-вумен? Нет, не бизнес-вумен. Ну, желали когда-нибудь такое?
Ну, конечно, хотелось бы, да, получить знания в этой области. Хотелось бы. Ну, хотелось бы получить знания, либо дальше пойти и открыть что-нибудь. Ну, конечно, без возможности пойти дальше в этом направлении, чтобы открыть. Вот так. Что останавливает? Что останавливает? Да. Что останавливает, Виктория? Нету образования, нету знаний именно в бизнесе? Ну, да, у меня образование в другой сфере. Вот ну, знаете, вот. У меня образование тоже точно не бизнес, но это же не мешало мне иметь какую-то мечту, цель и получить получив знания, сделать то, что я захотел. Ну, я поэтому, думаю, как раз сертификат. Да, занятия. И вот как раз для этого, да, мы и собираемся вам подарить сертификат, если вы правильно ответите на Давайте, вопрос. Отвечайте. Как с финансами? Знакомы ли, по крайней мере, с Эстонией, с историей денежной? Бумажных. Бумажных. Да, да, да. Когда и где были напечатаны первые деньги? Бумажные. Ну как, насколько я знаю, что первые бумажные деньги появились в Китае. Вот. Примерно в 800-е годы нашей эры при династии Тан. Появились первые печатные деньги. Так, вот такой вот в ответ. Знаете, я... Ты извини, Илья, но я приму этот нет, ответ. Да, в принципе, ответ практически, практически, да. Да. Есть, на 100 лет ошиблись, но да, нет, все не правильно. Нет, все правильно. В 8 век... Это 910 год. 910 год. Наша эра, да. Угу. Век-то назван правильно, когда тоже все названо, в принципе, да? Все правильно? Есть, да? Да. Виктория и Дарья. Виктория, ну, поздравляем вас. Аплодисменты тоже ваша честь. Сертификат достается именно вам. Ждем. Ну и я надеюсь, то, что не просто так, не просто знания где-то будут заложены, но и, конечно же, потом, быть может, мы найдем что-нибудь by Виктория. Вот так вот, да? Да. Что-нибудь ико. От Виктории. Ико. Да. Виктория Ико. Виктория Ико. Хорошо, ладно, давайте с вами рассмотрим вот какой вопрос. Собственно говоря, это индивидуальные занятия у вас, либо групповые? Как много в группе людей? Возможно ли каждому уделить внимание? Либо все-таки на массовость направлена, да, и вот на сплочение коллектива. Как проходят занятия? Давайте я немного расскажу. Да, учебный процесс, ну, как сказать, занимаюсь организацией учебного процесса я, так как я руководитель учебного процесса. В игровой форме, как я говорил, проходят тренинги. Группы бывают разные, от 5 до 20 человек где-то примерно. Также у нас предусмотрены индивидуальные занятия, индивидуальные тренинги. То есть, если человеку что-то надо именно индивидуально проработать, да, мы идем на встречу всегда людям. Бывают индивидуальные консультации, либо затрагиваем какую-то тему на общем тренинге и работаем над его темой, которую ему хотелось бы больше узнать. Также подстраиваем тренинги, которые будут вот в следующем месяце, в декабре месяце у нас пока расписание до конца не готово, будет оно у нас в наших социальных сетях размещено. Mm-hmm. Но, как правило, там идут темы, которые мы основные выбрали, это вот целеполагание, тайм-менеджмент, финансовая грамотность и так далее. Слушай, но... ну, посмотрел еще ораторское искусство, есть ораторское мастерство. Это вообще замечательный тренинг, это. Да, я сам... С удовольствием, опять же, проходил его, Саша вот его читал, этот тренинг, и те люди, которые прошли, они уже абсолютно по-другому посмотрели, как им презентации, допустим, какие-то читать, да, либо, ну, то есть при составлении они уже учитывают те особенности в ораторском искусстве, которые... Убирают слова, даже, которые... При совершении сделки, да, при совершении сделки, при совершении переговоров каких-то. Вот, то да есть... и, в принципе, даже на работе, если они применяют это на работе, вообще задача у нас, опять же, если... Допустим, человек, который проходит и применяет все это дело сам, даже не по нашей там наводке, где это, что можно сделать, а именно сам применяет, поверьте, это абсолютно меняется отношение даже к работе. Он становится лучшим работником. Действительно, это так происходит. И добивается повышения, как минимум, потому что он сам растет. И он это понимает, для чего ему это нужно. Вот это основное, то, что мы хотим до людей донести. Что, конечно, хорошо, когда вы работаете, у вас есть рабочее место, и вы выполняете хорошо свои свои рабочие обязанности, но еще можно сделать параллельно для того, что и не распыляться, параллельно что-то свое для того, чтобы вы потом не всю жизнь на одном месте, скажем так, были, а пока молодые или уже у вас есть время, поэкспериментировали, попробовали себя что-то новое. Движение вперед, да, какое-нибудь. Да, абсолютно так, верно. Забыла я про третий сертификат. Я предлагаю как раз задать вопросы нашим телезрителям, чтобы вы думали, потому что у нас до конца эфира остается не так много времени, от Александра. Ну, у меня достаточно вопрос простой. Так как у нас центр учебный, мы проводим обучение в сфере бизнеса и предпринимательства, то мне хотелось бы спросить у зрителя, а знаете ли вы, когда был и кем был создан первый университет в России?
Мне кажется, достаточно простой вопрос. Да, достаточно простой вопрос, мне кажется, тоже. 202-11-22, звоните, отвечайте, когда и кем был создан, открыт, основан первый университет в России, ну и получится сертификат на прохождение обучения в учебном центре бизнеса и предпринимательства. Юля, вы знаете же ответ, да, уже? Я знаю ответ. Я знаю ответ. Мы здесь разыграем. А, кстати говоря, Юля, не хотела бы, вот у меня, может быть, были желания какие-то собственные, что-нибудь когда-то открыть? Да, вы бы хотели что-то открыть сами? Ой-ой-ой, по-моему, вы поменялись местами, да. Конечно, хотела открыть, мне кажется, как я и сказала в начале передачи, что каждый был за... Нет, готовить я, к сожалению, так, на троечку. Но подождите, готовить, основать бизнес и быть работником своего бизнеса – это разные вещи. Я тоже не мастер во всех областях, но это немножко другая сфера идет. Поэтому вот и спрашиваю, вы хотите свой бизнес и... Что для вас это значит? Быть начальником и печь разные вещи. Да. Мне говорит друг, говорить не мешки ворочать. Да-да-да. Да, хотелось бы, ну, так как увлекаюсь все-таки близко мне хореографии, вот хотелось бы в этой сфере школу бы... хореографии, школу танцев, я бы открыла. Тренинги проходит человек, который занимается. Да, у нас есть это, но у меня вопрос следующий, это до характера. А вы оценивали вообще конкурентоспособность? Я понимаю, что это очень высокая конкурентоспособность. Вот. Понимаю, что очень много школ хороших, интересных, и поэтому как-то так смотрю, думаю, ну, куда я тут полезу? Когда желание перейдет в цель. Да, потому что, опять же, когда вы смотрите... К нам приходят люди, мы хотим открыть шиномонтажку. Мы говорим, ну, как бы хорошо, но у нас очень много шиномонтажек, и почему-то думаю, что именно в твоей шиномонтажке хотят, будут там менять. Понятно, что поток, но это, как говорит, пустить на авось. Все, там будет поток, надеяться на что-то и так далее, и так далее. Когда мы говорим уже конкретно, что ты должен чем-то выделяться, именно чтобы почему к тебе, и не говорить про демпинг цен мы сейчас, да, а именно какие условия, услуги, вот тогда человек начинает задумываться, о, слушай, а что-то как бы, слушай, ну да. Потому что для наших людей, не скажу, что для всех, да, но в основном для людей это так, либо купи-продай бизнес свой является, либо вот я найду денег, открою, а там как бы будет, что будет. Нет, это неправильный подход к бизнесу. И вот это люди не понимают иногда. Для них бизнес это остался еще пока с 90-х. Хорошо, так, давайте быстрее напоминать вопрос нашим телезрителям. Когда и где был открыт первый университет в России? Собственно говоря, 202-11-22. Дарим вам сертификат на учебный центр. То действительно я заберу. Вот мне режиссер подсказывает. Я заберу сертификат. Нет, конечно же, телезрителям хотим отдать, поэтому звоните 202-11-22. Где и когда был открыт? Правильно, где и когда? Да. Учрежден был первый университет. Так, ну, давайте подводить немножечко к финалу, закругляем нашу беседу. Чем отличается от остальных? Прям буквально 30 секунд. Мы постарались под одной крышей объединить несколько направлений, чтобы человек не искал в разных формах, где, что и как. Я хочу заработать денег. Хорошо, ты можешь обратиться к нам. Я хочу создать дело, благодаря которому могу заработать денег. Отлично, хорошо. У меня есть деньги, я хочу их вложить и получать пассивный доход. Где и что и как. И мы вот эти несколько направлений старались объединить в нашем одном учебном центре. В одном учебном центре, три направления, разные какие-то интересные тренинги, которые можно ознакомиться на вашем сайте, ну, либо ВКонтакте. Да. То есть мы человек, который приходит к нам, мы его доводим до результата. До результата, который изменяется, как мы сказали, в нулях после запятой. Да. Всего доброго вам, пока-пока, вам спасибо за беседу. Спасибо.